Всем привет, друзья! Вот новая площадка автоматизированная. Два человека только зарегистрировались у меня. Но если честно, мне все равно. Я вам дал информацию, вы сами думайте. Почему никто не активен? Потому что старт проекта только завтра, друзья. Только завтра. Я зашел в эту компанию, потому что это, кто помнит, в прошлом году заходили на компанию Webster. Вот смотрите, сколько я здесь заработал. Я еще заработаю, потому что очередь двигается, люди регистрируются. Вот смотрите, я вам покажу, сколько работает площадка. Ай, вышел. Ну, последние выплаты не показал, но ладно. Мне в январе 15 числа еще выплаты приходили. И сейчас будут приходить. Уже 17 тысяч регистраций. Люди продолжают сюда заходить, приглашать народ. И регистрируются и зарабатывают. И вот, смотрите, то же самое. Я вам подал информацию, два человека только зашли. Я зашел на площадку Тринар 200. Было 200 рублей, я зашел. Вот завтра активация, друзья, и будет, я больше чем уверен, будет вот точно такая же ситуация. Смотрите, сколько на сегодняшний день регистрировано человек. Здесь пар платежи. Вот главная страница. Смотрим. Сколько же народу на предстарте? Почти 3000. И люди бегут сюда. Бегут, потому что площадка будет платить. Я вам дал информацию, когда здесь было человек 800, наверное, или 500. Я уже не помню. Вот завтра активация. Как здесь активируется, друзья? Здесь. Как только вы зарегистрировались, все. По сроку регистрации. Перейдем в маркетинг, посмотрим. Вот думайте сами, решайте сами. Короче, у вас есть еще шанс вскочить в последний вагон. Хотите, заходите. Хотите, проходите мимо. Вот, видите, и люди продолжают регистрироваться. Это предыдущий проект. И вот то же самое, я больше чем уверен, ждет этот проект. Все, всем удачи, до следующих публикаций, друзья. Всем доброе утро, друзья. Буквально 5 минут назад у нас начался предстарт очень крутого нового проекта Upload. Это проект от администрации Transvision и Webster. Как видите, эти проекты успешно у нас работают. Они уже собрали почти по 80 тысяч участников. Очень крутые проекты. Этот проект будет также очень крутой, потому не теряем время, занимаем место. Это структурный проект, но с переливами. На старте их, конечно, очень много может быть. Потому быстро занимайте места. Места будут по дате регистрации фиксироваться. И главное до старта, чтобы вы пополнили баланс и активировали места. Старт назначен на 3 февраля 12:00 по московскому времени. Регистрацию показывать не буду. Покажу вам маркетинг сразу. Здесь только два тарифа. Доходность 800 тысяч этих тарифов. Тарифы два маленькие. Один бинар, один тринар. Тринар 200 и бинар 350. То есть 550 рублей. Вход одноразовый. Больше никаких затрат у вас нет. Давайте так. По тринару три линии. 3,9, 27 человек. По бинару также три линии. 4, 16, 64 человека. Деньги идут по 30 рублей. Есть реферальные спонсоры. Плюс 20 рублей идет на развитие проекта, а 150 рублей уходит в матрицу. И когда она заполняется, получаете выплаты автоматом на свой кошелек. Уровни покупаются автоматом. Короче, все на автомате. Только строим структуру и зарабатываем деньги. Также получаем переливы. Захожу в кабинет. Здесь уже написали, что регистрация открыта и можно пополнять баланс. Я вам хочу показать, как это делается. Вот давайте сначала я вот так выглядит кабинет. Ваш панель управления ваша. Это раздел рефералы. Здесь вы найдете свою реферальную ссылку. Промо-материалы. Вот раздел тут.
Вот берете реферальную ссылку, есть уже крутые баннеры, используйте в работе. Давайте строить команды уже, чтобы потом на старте мы сразу и быстро начали зарабатывать деньги. Давайте так, можно сразу активировать тарифы, я попробую. Нажимаю активировать. Проект будет работать с кошельком Payeer. Есть маленькая комиссия, учтите. 202 рубля. Первый тариф стоит. Я сразу это все активирую, чтобы уже потом до старта не беспокоиться. Так, все, тариф активирован, кнопка пропала. То есть вы уже активацию прошли, потом вот пишет, после старта площадка активируется автоматом. Вам уже на старте нажимать ничего не надо. И нажимаем другую площадку. То есть я захожу сразу на две площадки, играться не буду, конечно, по одной площадке. Но вы можете заходить на одну площадку, они две не связаны между собой, или на 350-ю, или на 200-ю, как вам удобнее, как позволяют финансы. Я рекомендую, конечно, быть на двух площадках сразу. Все, площадки активированы, теперь ждем старта, сейчас начинаем активно. Ну, здесь заполните мои контакты, ваш скайп, ваша страница ВКонтакте. У нас есть скайп-чат, есть группа проекта, вы это все, вот группа здесь, ВК, и скайп-чат, пишите мне, я вас добавлю. Я под роликом оставлю свои данные. В разделе, еще раз, в разделе рефералы берем реферальную ссылку и начинаем приглашать промо-материалы. Берем ссылку и начинаем приглашать. Ну все, стартуем. 3 февраля у нас будет отличный старт, потому что сейчас нам нужно поработать, собрать максимально большие команды и все вместе будем зарабатывать деньги. Всем удачного дня, ребята, начинаем. Так, и вот, друзья, еще один проект. Я вам тоже заранее его дал. Вот смотрите видео, когда было. Это даже, по-моему, 30 января, но это второе уже видео. Здесь тоже предстарт. Вот смотрите, 214 человек команда. Здесь и по времени регистрации идет, и идет регистрация со всех стран мира. И ваша конкретная регистрация учитывается. У меня только один человек зарегистрировался. Да и ради бога. Вот смотрите. Человек зарегистрировался. Здесь какая ситуация? Ребята, это прежде всего рекламная площадка. Здесь вы можете подать рекламу. Сейчас я вам покажу. Здесь транзакции. Здесь и матричный проект, и одноуровневый проект. И так, я то туда зашел, не туда. Так, или вот сюда, по-моему. Да. Здесь вы будете получать по 50 центов с каждого уровня. Если хоть одного человека пригласили, вот у меня один человек зарегистрировался. Я буду получать с 11 уровней начисления. Так. Транзакции. Здесь вход стоит $8. Но вы можете, вот я, видите, пополнил и прикупил. Главная страница, мой профиль, там все это, кошелек, у меня пока пустой он. Вот здесь заводите, пишите $8, выделяете Payeer, нажимаете кнопочку, все, у вас активируется. Так, что здесь еще? Здесь самое главное, самое классное, это так, рекламные инструменты, маркетинг, вот, по-моему, здесь. Да, вот здесь информация. Вот это ваша прибыль, которую реально вы можете получить. И вот смотрите, что вы на этой площадке сможете размещать баннеры. 15 тысяч показов. 10 тысяч показов. Баннеры разные. То есть вашу рекламу люди увидят со всех стран. Классно, да вообще супер. И вот информация. Здесь нажимаете и читаете, что это такое. Целевая аудитория. Раз. То есть вы в свои проекты можете приглашать людей. Дает вам возможность разместить баннеры размером на 10 тысяч показов и 125 на 25 на 15 тысяч показов. Круто, круто. Благодаря нашей платформе ваш успех гарантирован на 100%, потому что мы работаем с разной аудиторией в международном формате. Партнерское вознаграждение, вот читайте.
с компенсацией планов 2 на 15 означает, что вы получаете выгоду от ваших усилий, от работы всей команды вниз до 15 уровня. Каждый уровень приносит вам прибыль 15-50 центов от каждого участника, независимо от кого, от того, кто его пригласил. Независимо. Но вот я лично пригласил одного человека, видите, один зарегистрировался. Теперь смотрите, если по вашей ссылке зарегистрировался один активный партнер, тогда у вас открывается возможность получать до 11 уровня. 11 уровень принесет вам прибыль 1024 доллара. Ребята, задумайтесь. Я думаю, эти вам шутки, что ли, рассказываю. Но вот те, кто работает, ну, в принципе, я больше эту площадку показал тем людям, кто работает в различных проектах, кто, кому нужны партнеры, да, в тот или иной проект. Вот для них это, конечно, классная вещь. Вот потому что стоимость 8 долларов для возможности, чтобы вас увидели, вот команда, да, чтобы вас увидели. Вот во всех этих странах мира, видите, Пакистан, Вьетнам, Испания, Филиппины, Иран. Это же классная возможность, ребята, развивать свой бизнес. Задумайтесь. Мало того, да, вот смотрите, у меня 215 человек. Я от каждого буду получать по 50 центов. И у меня один человек зарегистрировался напрямую. Значит, у меня открывается 11 уровень. Старт проекта, я не помню, когда он назначен, но я тоже вам... заранее это выдал. Не знаю. Активация произойдет вот в назначенный день, час X. Сейчас я посмотрю, когда старт проекта. Вот, вот такие суммы вы будете получать, видите? Вот у меня 200 с чем-то там партнеров. Вот 256, а люди будут регистрироваться. Люди будут подавать рекламу. Только для того, чтобы ее увидели. И я буду здесь заходить и смотреть тоже интересные проекты, что здесь будут выкладывать. Так, вот раздел новости. Уважаемые партнеры платформы SpeedFlow. Более 30 тысяч партнеров со всех стран мира доверяют нам. В течение 5 дней предстарт. Да, за 5 дней. Ну вот либо послезавтра, либо 5 числа, что ли, я не помню. Когда это будет? Это 29-го было опубликовано. Да, скорее всего, 5 числа или 4-го. Не буду вам врать, не знаю. Но вот на днях будет предстарт. Так что у вас есть возможность еще зарегистрироваться. Потому что после вас 100% люди будут заходить и регистрироваться. Вот по времени. После вас 100% кто-то еще зарегистрируется. Черт побери, классную я инфу выдаю. Ладно, поживем, увидим. Все, друзья. Хороших вам настроений, хороших заработков. В каком бы вы бизнесе ни работали. Если вы что-то делаете, значит, вы все равно молодцы. Все, друзья, удачи, до следующих публикаций. Ссылку на регистрацию оставлю под видео. Ох, я просмотрел. Вот, оказывается, вот, смотрите, вот идет отсчет времени на главной странице. Предстарт. Вот этого пакета. Вот эти пакеты я пропустил. Но этот не упущу. Один день, 35 минут, 10 секунд до активации. Время сайта.